Давайте еще тогда минутку. Окей. Давайте я тогда поделюсь книжечкой. Да, я думаю, ребят, сегодня мы с вами уже закончим книжечку читать. Там осталось немного по книге, и потом там еще за задание. Да, идут. Так, давайте, смотрю, мне что... Оп, я выключу камеру, чтобы было лучше слышно, видно с интернетом. Итак, да, мы с вами закончили на том, что Джеронимо со своей семьей, они вернулись назад в свое время, им очень понравилось, их пригласили в школу, и вот в школе они рассказывали детям, профессор рассказывал, да, про путешествия во времени, про разное, да, время и какие есть у нас измерения. Так, и вот мы остановились на страничке 288 на словах «I was happy for my nephew». И у кого номерок один, начнет нам отсюда читать. Итак, «I was happy». У кого номерок один? I was happy for my nephew. Nephew. We need to celebrate, and I have a terrific idea. Let's throw a historical costume party at the Rodents Gazette. Gazette. Okay, let's translate and you will continue. Давай ты переведешь, а потом немножечко нам еще прочитаешь, okay? Потому что там картинки будут, так? Я был рад. Рад. Моей... За своего племянника, да? Nephew, племянник. Я был рад за моего племянника. Нам нужно отпраздновать. Нам нужно отпраздновать, и у меня есть most terrific, like terrific, замечательно или супер. Замечательная идея. Давайте сделаем, да, устроим. Ну да, здесь давайте как бы сделаем историческую костюмированную партию. Историческую костюмированную вечеринку в Rodents Gazette, да, это название газеты, да, журнала, редакция там, где работает Джеронимо Стилтон, да, вот они в школе. Да, вот видите картинки. Here professor is explaining something. Да, Джеронимо Стилтон. Так, тут еще картинки. Вот детки сидят, мышки. Да, это вот Бенджамин. Так, окей. And please read for us a little bit more here. Прочитай нам еще здесь. Вот предложение. A costume party. The next day... A costume party. The next day many strange characters. Characters showed up at the Rodents Gazette. Cleopatra, the queen of Egypt, two knights, in Irmont, a pirate. A more a pirate and ancient Roman citizen in an chariot, a mummy, a dinosaur. Stop. A dinosaur. Yeah, very good. Так, a pirate, a dinosaur. Let's translate. Давай переведем этот кусочек. Да. На следующий день много разных... Да, characters — это как героев, да, вот, героев, костюмированных, вот, видите? Угу. Что там, пришли в Rodent Gazette, да, в их офис. Rodent Gazette. Угу. Какие герои?
Клеопатра, королева Египта. Два... рыцаря. Два рыцаря. Армор, да, вот в обмундировании, вот это вот, так, в костюмах железных. Вооруженная, так. Пираты. Ancient, древний. Римский. Citizen, житель. Жители. In a chariot. Да, на повозке вот эти, что они гонялись. Помните, у них гонки были? Да. Как оно? С лошадями там запряженными. Так. Эмами. Мумия и динозавр. Да, вот видите, мумия, пират, рыцарь и динозавр. Видите, в разных были такие вот у нас костюмы. Thank you very much, большое спасибо. У кого номерочек 2, будет там продолжать читать. They were all being Benjamin's friends in costume. Grace, up as Napoleon Bonaparte, my grandfather, William Shopstouse, naturally festive music was playing and many mice began to dance. Stop, молодец, very good. Let's translate. Давай переведем. They were all Benjamin's friends. They, кто такие they? Они. Так, were, были friends. Кто они были такие friends? Друзьями. Кого друзья? Бенджа. Бенджамина, да, то есть нефью, племянника Джеронима Стилтона. In costumes. Что они были одеты? Костюмы. Одеты в костюмы, так. Guess, угадай. Who dressed up? Кто нарядился? Да, кто, да, кто был одет в костюм кого? Наполеона? Да, Бонапарта. My grandfather. Мой дедушка. Да, William Shotpaws, ну это его имя и фамилия, да, naturally, конечно. Festive music, праздничная music. Музыка. Так, playing. Игры. Играла. And many mice. Many. И много. Угу. Мышей began мышей. To dance. Что сделали? Танцуют. Да, начали танцевать. Thank you very much. Большое спасибо. Давайте посмотреть, что еще было на вечеринке. У кого номерок 3, будет нам продолжать. Trap. Jap. Trap tapped me. Trap jap me with his elbow. Elbow? Elbow, yeah. Hey, cousin, why don't you show everyone a real Maya dance? I blushed. Actually, I'm not feeling very inspired today. Inspired today. Okay, continue. Trap. Trap. Green net. Oh, you need the inspiration.
Inspiration. Inspiration. Now, how? Maybe because there no surprise. Here at the Rodents Gazette. Stop. Very good. Так, let's translate. Давай переведем этот кусочек. Джеб, это толкнул, да? Трэп? Путешествие. Трэп это имя его двоюродного брата, да? Трэп толкнул. Меня? With elbow. Вместе с моим локтем. Да, то есть он, Трэп толкнул меня локтем, да? Эй, Кас! Эй, Кас, почему ты не показываешь всем реальность моя дэнс? Да, ну, настоящий танец, да? Да. Да, кузин, да. Я покраснел. Покраснел. Я вообще-то, I'm not feeling. Я не стесняюсь, наверное. Ну, I'm feeling, я не чувствую. Я не чувствую себя вдохновленным, да? То есть я не чувствую себя вдохновленной сегодня, да? То есть ready to dance. Так. Нет вдохновения танцевать. Так, trap grint. Grint — это засмеялся, да? Trap — это имя брата. Засмеялся. Trap засмеялся. О, тебе нужно вдохновение? Вдохновение? Как? Может быть, потому что ты не... Потому что здесь нету тукан сюрприз. Тукана и сюрприза. Сюрприза тукана. Вот, видите, вот это вот, не-не, тукан, вот эта вот птичка с красным, желтым таким дзёбиком, да, и вот его сюрприз, да, в который Джеронимо села, потом на него еще упала такой вот, вот поэтому его и под, как дергивает, да, трэп, он говорит, тебе не хватает сюрприза тукана здесь, at the rodent, сказать. Да, здесь роден. Да, в этом, в нашем офисе, да, роден газет. Угу. Thank you very much. Большое спасибо. У кого номер 4? Да, можно спросить. А какую мы книгу читаем? Мы читаем Джеронимо Стилтон «Путешествие во времени», вторая часть. Вернее, хорошо, заканчиваем читать. Так, у кого номер 4 будет нам продолжать? He loved. У кого номер 4? Who has number 4? Посмотрите, ребятки, у кого написана циферка 4, давайте продолжать. Ольга, Ольга. Давайте, Ольга. Так. Но где начинать? А вот здесь. He loved and so did I. He loved and so did I. I was too happy to be annoyed at his jokes this time. I sat down and nibbled on a morsel of cheese, thinking about our amazing journey. I couldn't believe everything we'd seen. The mice with me and the incredible history we'd uncovered. The biggest thing I learned was that we're all a part of Stop. Very good. Stop, stop, stop. Здесь остановимся. Very good. Let's translate. Давай переведем тебе этот кусочек. He. Он засмеялся. И я был too happy. Очень рад. Очень, очень рад. Чтобы быть, да, чтобы обращать внимание на jokes. Внимание на
Шутки. Шутки. Да, сейчас, да, то есть, чтобы злиться, да, сейчас. Из этих шуток. Так, I sat down. Сел. Я сел. И... Скушал. И скушал. Попробовал. Кусочек. Кусочек. Чиз. Чего? Сыра. Да. Думаю. Финки. Наш. Чудесное. Чудесное. Чудесное путешествие. Угу. Я не могу. Не мог поверить. Я не могу поверить все, что мы видели. Да, то есть не мог поверить, да, всему, что они увидели там, да. И мыши мы встретили. Так, которых встретили. И... Чудесно. Невероятно. Чудесная. История. История. Мы открыли, да? Открыли. Угу. Да. The biggest parts. Самая большая вещь я научился. Это что мы все. Part. Часть. Часть про... History. История. Истории. Да, вот. То, что мы все часть истории. Thank you very much. Большое спасибо. Стоп, стоп. Дальше мы не читали еще. Но у кого номерок 5, продолжит нам читать и переводить. Everything. The root thing. We don't know matter. How smile can change course. Пожалуйста, на мяу. On history forever. I had so much to write about. No, it had been wonderful to learn about different time and place by seeing the up close eyes. I thought or the last of the few day I colored hell saying to Maswell. We and history. We are history. Very good. Let's translate. Давай переведем этот кусочек. Да. That everything we do. Everything, это все. We do. Мы, да? Все, что мы делаем. No matter how small. Не имеет значения, как small. Как это small? Маленький. Да, не имеет значения, как мало мы делаем. Can change. Can. Может изменить. The course of history. Что может изменить history? История. Forever. Навсегда. Навсегда. I had so much. Да, но здесь, да, будет had so much. Мне нужно так много to write. Написать. Написать. About. Now. Про сейчас, да? Мне нужно так все про много сейчас. Написать, что сейчас происходит, да? It had been wonderful. Было очень wonderful. Это было очень волшебно. Да, to learn.
Изучать. Different. Разные times. В разных временах. Так, and places. И места. Seeing them up close. И видеть их как? Close. Близко. Да. I thought, as I thought. Что насчет вас? Ай, ребят, кто там балуется? Не включайте камеру. Я думал. Better, так, the last few days. Несколько. Несколько дней. И я не мог. Да? Я не мог удержаться, да, тут, чтобы сказать себе, да. Что сказать? We are history. Что? Мои истории. Да, то, что ребята, он хочет сказать, что каждый из нас, да, вот из них мышат, ну, из нас тоже, мы все есть частью истории, да, и даже то, что маленькое мы что-то делаем, да. Оно влияет на историю, да, может, кто-то добьется да. чего-то там и изменит по-крупному, ну, а мы тоже с вами немножечко вносим лепту в историю. Так, thank you very much, большое спасибо, у кого номерок 6, а у нас еще есть странички, мы будем продолжать. Вот, ребята, вечеринка. Смотрите, видите, какие машинки. Кто хочет, вот видите, черри, вот эта вот тачечка. Кто хочет рассмотреть, потом может открыть книжечку, сам еще рассмотреть картинки. А у кого номерок 6, будет нам продолжать читать. Where. Куда. Так, у кого номерок 6, let's continue. After the party. Ребят, у кого номерок 6? After the party, I was about to leave the Rodents Gazette office when Professor Van Volt whispered, Geronimo, let me tell you a secret. Maybe someday you'll go on another journey third time. Benjamin, who over here us quick where Tia as Edit and impatiently. Where Job said where both look at who knows where. Так, very good. Так, very good. Let's translate. Давай переведем этот кусочек. Так. После вечеринки. I was about to leave. Я уже почти покинул офис. Когда? When professor? Когда профессор Фон Вольт? Мы не переводим. Whispered. Прошептал. Пошли. Разреши мне сказать, рассказать. Разреши мне сказать секрет. Maybe, возможно. Возможно. Однажды. Однажды ты... You will go on another. Ты отправишься в другое. Другое путешествие времени. Бенджамин. Who overheard? Услышал. Услышал это. Squeaked. Пропищал. Где? Да, куда? То есть отправился в какое путешествие? Куда? Ты этот. Добавила. Так, без терпения, да, не удержалась и добавила. Where? Где? Куда? Да, куда? Куда, да, куда отправимся, так? Trap shouted. Закричал. Куда? Вольт лафт.
Вот это профессор, да? Засме. Засмеялся. Who knows where? Кто знает где? Да, кто знает, куда или где они будут находиться в следующий раз. Так, thank you very much. Большое спасибо. Давайте продолжать. У кого номерок 7? We'll continue reading. Maybe you will travel. Я тут. У кого номерок 7? Давайте. Maybe. Maybe you'll travel to the time of the mammoths or to the ancient Greek. Ancient? Or early America. Or maybe to the period when Leonardo da Vinci, Vinci? Was alive. Vinci, who knows? Mm-hmm. Okay, translate and then you will continue. Может, да? Переведи нам, потом ты нам продолжишь. Может быть, ты отправишься к... Нет, ты попутешествуешь в время к мамонтам и в древнюю... к раннему, древнему. Грецию, Грис, да? Греция. И раннюю Америку. Или, может, даже в период, когда Леонардо да Винки был жив. Кто знает? Да. Вот, а видите, знаете, кто да, тут вот изображен? Mm-hmm. Не видно вам. Ну вот, да, это Ancient Greece, вот Древняя Греция, вот Леонардо да Винчи, только мышь да Винчи, да, вот Americans и вот мамонты, да. Я не знаю про Леонардо да Винчи, на самом деле. Да, а мы можем почитать с вами, есть книга Magic Tree House, и там они во времена Леонардо да Винчи путешествовали. Мы можем взять с вами почитать. Так, please continue, продолжи нам здесь немножко читать. Walt smelled his whiskers. After all, you're already proven that you can certainly handle a fabulous, marvelous, ambitious advent plus heroes, healer, Hilarious. Audacious. Audacious. Vigorous. Vigorous. Courageous. Courageous. Jurious. Glorious. Courage, that's okay. Victorious. Mysterious. Tortures. Torpus trip. Tortures. Язык заплекает. Да, здесь все у нас adjective, что тут прилагательное. Hooray for traveling through time. Okay, let's translate. Ладно. Так. Волт погладил свои усы. Наконец-то вы доказали. Да, после всего, да, после путешествия. Держать Фамбус, Марвелус. Да, смотрите, that you can certainly handle, что вы точно можете справиться, да, с Fabulous, замечательной, marvelous, это тоже великолепный, ambitious, да, нашей, как амбициозной, приключением, hilarious, каким веселым, да, audacious, это смелым, да, вот это все идут adjectives, описывают какое-то было приключение, vigorous, энергичный, courageous. Это слово courage, да, courageous. Какой это у нас? Нет, это такой смелый, смелый, да? Curious. Нет, давайте здесь. Curious. Любопытный, да? Любопытный. Да. Joyous. Веселая. Веселая. Веселый. Glorious. Победная, да, и victorious тоже победная. 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 Два синонима, они одинаковые. Так. Мистическая. And tortures. Это, как сказать, tortures, как мучительное. Мучительное, мучительное путешествие. Мы да, закричали в хром. Ура да, за путешествие во времени. Да, вот так вот, ребята. Я, мне да, уже нужно заплетаться в таких новых слов. Да, интересно, да, ребят, это все слова, adjectives, они описывают наше, видите, путешествие, то есть они, в принципе, по смыслу, вот fabulous, marvelous, hilarious, все такие, ну, радостные, позитивные, единственное только tortures, мучительно, не позитивный adjective. Так, thank you very much, большое спасибо, у кого номерок 8, будет продолжать читать, у нас тут еще с вами есть что почитать. Так, у кого номерок 8, давайте. I hope... Мы заканчиваем с вами.
You like it? My latest advent. Latest. And I hope that. That. Да, две буквы. Две первые буквы, да, тут. This. Low. Journey. Journey to. Through. Through. Through time. In street. Inspired. Inspired. Inspired your to. Be passionate avoid history and curious to grow more yeah everything that happened in the past helps is better us? Betters in the understand you where are now and what will happen next. Very good. Давай будем переводить. I hope you like my latest adventure. Я надеюсь. Мне перевести? Да, я просто... Да? Хорошо, ничего страшного. Не переживайте, ребята, кто хочет переводить, переводит, кто просто послушает тоже. Чем больше мы вместе читаем, тем больше мы будем запоминать слова, поэтому не переживайте. Давайте я немножечко помогу перевести. I hope you liked my latest adventure. Я надеюсь, что вам понравилось мое самое последнее путешествие. And I hope that this journey through time inspired you to be passionate about history and curious to know more. И я надеюсь, что это путешествие во времени вдохновило вас быть страстным, да, то есть любить историю, изучать историю и быть любопытным, чтобы узнать больше. Everything that has happened in the past helps us better understand who we are now and what will happen next. Все, что произошло в прошлом, помогает нам лучше понимать, что происходит сейчас, да, кто мы сейчас и что будет происходить дальше, да. То есть, ребята, история повторяется, да, и очень интересно. И на этом наша история заканчивается. Нет, не заканчивается, ребят. Не переживайте, есть еще что почитать. Продолжаем читать. Вот у кого номерок 9, продолжает нам читать. Тут хватит и на 10, и на 11, и на 15 номерок читать. Так что, ребят, давайте. У кого номерок 9? Continue. История закончилась, а книга нет. Так. Dear old and friends, my second journey zero through time was extraordinary to keep track of what we discovered during this adventure. I've prepared a special travel
journal for you, full of games and activities. Let's have fun together. Geronimo Silton. Very good. Let's translate. Давай переведем этот кусочек. Да. Записку такую. Давай. Dear Rodent Friends. Дорогой Rodent. Это грызуны, да? Друг, друг мышей, да? Дорогой друг грызунов мышей, да. My second journey through time. My. Моя секунда. Second. Второе, да? Мое второе. Мое второе путешествие во времени. Was extraordinary. Это было что? Экстраординарно, да? То есть невероятно, необычно. Необычно. Да, to keep track это чтобы следовать of what we discover. Чтобы следовать другим. Да, узнать лучше, да, что мы discovered, открыли during. Двери. Во время. Не-не. During. Во время. This во adventure. Время. Этого приключения. Этого приключения. Так. I prepared. I. Кто такой? Я. Prepared. Приготовил. A special. Специальную. Travel. А что такое travel? Путешествие. Journal. Путешествие журнала. Да, for you. Для? Для вас. Который, full, это да, в данном случае, наполнен там, чем? Наполнен много разных игр и активитетов. Да, активитетов, игр, ну и других... как задание, да, вот делать, что-то повырезать, наклеить. Let's have fun together. Давайте вместе. Вместе повеселимся. Да, вот так вот. Давайте, ребята, вместе. Вопрос. Давайте вопрос. И будем веселиться сейчас, смотреть, да. А разве fun не пишется с двумя N? Нет, fun с одной. А. Если funny написать, да, смешной, тогда будет N и Y в конце. Вот funny, смешно, да, если там... Так. У кого номер 10? Thank you very much. Давайте продолжать читать activities. У кого номер 10? Там будет читать Ancient Rome, да, Древний Рим. Давайте. Какой первый нам дают activity? Может, вы захотите дома сделать? Книга есть в электронном варианте. Make your own Rome mosaic. Сделайте свою собственную римскую мозаику. Итак, у кого номер 10 читать нам? Что нам нужно для римской мозаики? You need one piece of steel, weight poster, barn. Так, и переводим сразу. One piece. Один какой-то piece. Кусочек. Так. Кусочек. Of steel, white poster board. Стив, это какой? Это жесткий, да? Жесткий борт. Кордон, да? Такой кусочек картона жесткого. Так, дальше что нам надо? Five sheets of color. Color red. Colored, все правильно. Colored. Construction paper. Construction. Paper. Red. Paper. Red, link, blue, dark blue, yellow. And white. Okay, переводим. Five sheets of colored construction paper. Пять щитов, которые надо. Пять каких цветных листов, paper, бумаги. Какие цвета надо? Red. Красный. Light blue, светло. Светло-синий. Темно-синий. Dark. Желтый. Yellow-желтый. И белый. Так, дальше что нам понадобится? Pen,
Pencil, ruler, round, angled. Etched. Scissors. Glue stick. Okay, let's translate. Pencil. Карандаш. Так, ruler. Это как это? Линия. Значит, карандаши. Ну, линейка, рулер, линейка. Scissors. Да, round edge это с круглыми такими, не острые, а закругленные scissors. Но... Scissors. Ножницы. Ножницы, да, то есть, чтобы не пораниться. Так, glue. Что такое glue? Клей. Клей. Так, стик, знаете, такой, как палочка, клей-палочка, да, чтобы высовываться, крутить. Так, окей. Это все, что нам надо. Дальше, что нужно сделать? Еще раз первое, прочитай, что нужно сделать. Вот, один. Draw a crescent moon and climb on the white roster bar. Так, пожалуйста, postport. Что нужно сделать? Draw. Вот. Рисовать. Нарисуй. Так, crescent это полу... Месяц, да, вот, полумесяц. And cloud. И луну, что ли? И тучку, да, вот такая cloud, тучку. On the white, на белом cupboard. На белом картоне, да, досточки такой. Так, вот там нарисовать, да, вот видите, вот там белую такую, такую. Так, это первое, что нужно сделать. Thank you very much, большое спасибо. У кого номер 11 продолжит начитать, что нужно дальше сделать? Measure. Я здесь. Давайте читать. Measure. Measure one inch marks all along the edge of the colored paper, both lengthwise and width-wise. With a pencil, draw lines and this. In intervals to make lots of one inch squares as if you were making a chessboard. Excellent. Translate, please. Хорошо. Ой, я тут не помню, что шло. Отмерите. Measure это отмерите, да, линейкой? Вот. Отмерите марки. Не все. Так, one inch, да? Один inch это чуть-чуть больше одного сантиметра. Я не помню, один сантиметр с чем-то. Ну, то есть, скажем, один сантиметр. Угу. О, он по всей всеми полями. Так, по всем, да, он the colored. От одного угла до другого угла. На бумаге, на колер, на разноцветной бумаге. Так. Опа. Угу. Смотри, lengthwise это в длину и... В длину и ширину. То есть, ребят, да, посмотрите, берете линейку и ставите 1 сантиметр, 1 сантиметр, 1 сантиметр, 1 сантиметр от одного угла до другого угла. Мне потом скучно. Переворачиваете листок. И мне вот скучно. Отсюда вот тоже. Ну, скучно, можете покинуть урок, я ничего страшного. Ребят, кому скучно, не хочет делать, можно покинуть. Да, и с другой стороны, то есть расчертить. Так, дальше что нужно делать? With a pencil. С карандашом нарисовать линии, да, все интервалы. Да, между интервалами, так? Между интервалами, чтобы сделать много квадратиков с одним сантиметром. Uh-huh. Ага. И если ты делаешь для шахматной доски. Да, то есть расчертить как шахматную доску. Так, окей. Okay. And three. Can you read it for us? What else you need to do? Хорошо. Можешь прочитать нам еще три. With the round edged scissors, cut out the squares on each sheet of paper. There are the styles for your mosaic. Very good. Okay, translate. С ножницами разрежь эти, как его,
На квадратики, на которые на листике бумаги. Они будут к тебе на мозаике. Да, птанцы это как плиточки, да, то есть эти кусочки будут тебе нужны для мозаики. Thank you very much. Для мозаики. Так, у кого номерок 12, нам дочитают, что дальше нужно сделать и что получится у нас, да? У кого номер 12 есть? Да, все? Есть он, но он нас не слышит. Так, с нами номер 12, ребят. Давайте дочитаем, там дальше интересное есть, угадывать нас, смотреть на картинки. Я просто хочу, чтобы все успели почитать. Жорик, есть номер 12? Да, он есть, но он нас не слышит. Не слышит. А после 12-го есть номер 13 или нет? Нет, 13-го нет, только 14-й Руслан. 14-й Руслан. Ну, давайте 14-й Руслан, а потом 12-й вернем. Руслан, прочитайте нам. Glue the red squares. Где? А вот здесь 4-я. Glue. Glue the red. Red squares along the edges of the poster to make a bulb. Так, давай переведем и дальше. Ты прочитаешь еще нам, пожалуйста. Glue. Gray. За красной лентой. Не, красные квадратики, да, приклей красные квадратики. Где? Along the borders. По. Вот они у нас. По краю. Да, по краю, да. Постерборд. Чего? По нашего картона. Yeah. Картонки. Так, дальше читай, что нужно сделать. Fill in. Fill in the background. Of the dishing by gluing down the blue and light blue squares is the scale. Sky, так, very good. Давай посмотрим. Fill in the black background. Fill это заполните background. Фон, да? Бэкграунд – это фон. Заполнить края. Да, да, это вот края мы сделали красным, а теперь мы заполняем фон. Чем мы заполняем? Glue in blue синим. And light blue. Да, blue – синим и голубым. Так, squares – квадра. Там, квадратиками. Квадратиками. И это будет sky. Что это будет sky? Это небо будет. Получится небо. Небо будет. Так, and the last one. И потом что нужно сделать, плиз? Глю? Глю за yellow. Squeeze and set the sight of the moon and the white on it inside the cloud. Yes, inside. And the white ones. Так, что нужно дальше сделать? Глю. The glade, yellow, какие glade, желтый квадратики. Внутри чего? Moon. Луны, внутри луны. And the white. Лига и белого. Так, и белое. Внутри чего? Cloud. В облака. Да, вот видите, ребята, будет такая мозаика. А можете, смотрите, вот квадратиками вылепить все, что вы хотите, кому что нравится, и котиков, и собачек, и, может быть, фрукты. Да, поэтому, если есть у вас свободное время, и вы любите таким задеваться, сделайте мозаику, можете мне прислать или показать в следующий раз. Интересно. Thank you very much. Большое спасибо. Номер 12, да, у нас еще не почитал, правильно? Есть с нами номер 12? Нету, да? Так, все почитали? Валерий, подскажите мне, пожалуйста, все почитали уже желающие? Номер 15. Нет, я не прочитала. Номер 15.
Номер 15? Ну, давайте номер 15. Давайте почитаем немножко. Imagine that... Imagine that you are riding a chariot at the Carlos Circus Maximus. Maximus, так. On hippopotamus. Separate he bit of paper, white and a big lay above paper. The lucky ребят, кто там еще говорит? Так, article. Article about the less hay also me. Some guild questions to get your thinking. Thinking like не слышно, like у кого-то номер 15 не слышно, like. An ancient sports. Ну, а сейчас не 15 ты читал? Назим, да? Вот, продолжаем. Thinking like. Где-то пропал. And... С нами или что-то случилось? У кого номерок 15? Посмотрите, пожалуйста. Он есть? Я тут. Продолжай читать. You think... Просто у меня микрофон отключился из-за этого. А, ну давай, подключай. Like an, like an a toys. Ancient. Expansion sports. Report. Report. What else are the racers' names? What is the atoms here? Atmosphere. Like, like at the lake. This what hole is in the hay lit at the first curve. Так, молодец. Let's translate. Давайте переведем этот кусочек. Imagine that you are watching a chariot race at the Circus Maximus. Imagine. Ты будешь переводить или мне перевести? Не перевести. Картина. Картина была. Не, imagine. Представьте, да, that you. Что you? Ты. Watch. Видишь. Гонки, да, на колесницах. Chariot race. It's a circus. В цирке Максимус, да, Максимус. Так. И что дальше нужно сделать? On a separate sheet of paper. Разделяя их. На отдельных, да, на отдельных листочках paper. Бумаги. Так, write. Что сделай? Write. Писать. Да, напиши. Article. Статью, да. About the race. Про что? Про race. Go. По гонке. Так, here are some questions. Вот несколько questions. Здесь есть. Так, несколько вопросов. Вопросов, так. To get you thinking. Чтобы помочь тебе thinking. Думать. Like an ancient sports reporter. Как? Нравится. Как древний, да, спортивный репортер, журналист, ну, да? И да. Какие у нас вопросы задают журналист? What are the racers' name? Names. Спасибо. Гонщиков. Да, как имена, да, гонщиков. Как зовут, да? То есть имена гонщиков. Дальше. What is the atmosphere?
Атмосфера. Так. У гонщика. Так, на гонках. Какая атмосфера? Так, who is the lead? Who is in the lead? Кто? Ведет. Да, то есть кто ведет в первом? В первом кругу. Да, так, thank you very much, большое спасибо. Так, ребята, нас все прочитали? Да. Нет, я не почитала. Так, ну давай, тогда она почитает, время еще продолжает. Какие еще вопросы? Давайте читать. Потому что я хочу еще картинки, так, давайте. Who is in the lead at the second surf? Do any racers crash racers? Or run off the track? How do the racers try to beat one another? Which chariot crosses the finish line first? Uh-huh. Translate, please, and then you will continue. Какая атмосфера нравится? Нет, нет, здесь уже переводили, да? Who is in the lead? Кто был... А что такое lead? Кто ведет, да? Кто первый? На втором кругу, да? То есть первый круг. Кто на первом повороте, да? Кто лидирует на втором повороте? Кто-нибудь из гонщиков разбивается или сбегает с трассы? Угу. Как гонщики пытаются победить друг друга? Угу. Какая колесница первой пересечет финишную черту? Да, теперь что у нас здесь? Roman numerals. Римские. Numerals. Римские цифры, да? Ну, здесь ты дальше сейчас почитаешь, да, ребят, кто, кому интересно, вот здесь можно увидеть римские цифры. Видите, наши циферки и римские, да, как 2 пишется, 3, 4, 5, 10, да, кому интересно, можно подучить. And you continue. А ты нам продолжай читать здесь вот. Romans Games. Давай немножечко вот здесь. Так. Не, я нормально вижу. Можете наоборот увеличить, чтобы лучше было? Давайте. Так, видно? The people of ancient Rome played lots of fun games. You can try these yourself. Kids okay. in ancient Rome played lots of fun games with nuts in the shell. They used them similar to the way kids today use marbles. Так, молодец, переведи. Люди из Рома. Не, в Древнем Риме. В Древнем Риме играли во множество веселых игр. Uh-huh. Ты можешь попробовать сам. Дети uh-huh. в Древнем Риме играли во множество веселых игр с орехами в скорлупе. Они использовали их так же, как современные дети используют шарики. Uh-huh. Так, thank you very much. Да, вот, ребята, кому интересно будет, можете почитать. Я вижу, что у нас уже время вышло. Все почитали? Никого не упустили, да? Да. Смотрите. Да, да вот смотрите, да. ребят, здесь есть игры, какие играли, да, дети. Потом вот на картинке найдите, что не принадлежит к Древнему Риму. Тоже интересные вот такие. Можете посмотреть activities. Потом майя цивилизация. Здесь тоже есть, можно как выращивать бобы. Можно самим попробовать вырастить вот дома. И потом что-то с них еще сварить. Да, указания можно почитать на английском. Можно сделать украшения, как делали древние майя. Вот здесь все есть. Кому интересно, астрономия тоже. Интересно очень про планеты. Кто любит астрономию, почитайте про планету Венера. Да, можно сказать сейчас, да, вот тоже на картинках что не принадлежит. А в следующий раз мы будем выбирать новую книгу, ребят, да? Вот здесь вы можете сами сделать different activities, да. А в следующий раз мы будем... Выберем что-то новенькое, будем с вами читать, да, ребят? Вот мы с вами закончили книгу, да, вот разные, скажите... В следующий раз мы на занятии будем выбирать книгу, да? Да, на следующий раз мы выберем с вами книгу. Пока. Закончили, Маза? Goodbye. Bye. Да, всего доброго.